Когда этот граб рухнул, жизнь на улице Пионерской была парализована. Дерево задело газопровод и повредило линию электропередач. Жители обратились к главе района с просьбой убрать рухнувшее дерево. В течение суток последствия были ликвидированы, работали службы газа, электросети. Ну, все совместно последствия ликвидировали в течение суток, максимально быстро. После сегодня следствие, чтобы не допустить такого повторения, ведутся работы по уборке аварийных деревьев в этом районе. Команда профессионалов справилась с поставленной задачей за считанные часы. Отлаженные действия службы спасения – это результат ежедневной работы. Всего с начала года в Сочи было ликвидировано более 150 аварийных деревьев. О них, как правило, сообщают сами горожане. Обнаружить их можно по следующим признакам. Признаки аварийности следующие. Подгнившие корни, подгнившие основания, верхние ветки, высохшие деревья, также деревья, которые опасно нависают над автомобильными дорогами, линиями электропередач. Специалисты отмечают, самыми аварийными деревьями остаются тополя. Слабая корневая система просто не подходит для горной местности Сочи. И каждый раз, когда поднимается ветер, службе спасения приходится выезжать на ликвидацию подобных аварий. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.